я постоянно туда-сюда, куда-то. И у меня голова настолько сильно занята, что я уже внимание это не могу просто вот переключиться. Вот просто сейчас еще я сидел, пока скоряк здесь проехал, я думал, это к тебе вообще. Ну ты же не отвечала, только писала, думаю, ничего себе. Слушай, давай это самое, ну это пипец. Да. Так не надо делать вообще, это вообще очень жестко. Давай мы, знаешь, что, сейчас поедим где-нибудь, вот, и я тебе могу сказать, что... У меня шок, я вчера просто... Блин, да у меня тоже как бы, ну, я... А у тебя с одной стороны только, да, эта тема? Да, у меня просто шок, на самом деле, у меня голова квадратная. А как ты вообще-то по самочувствию? Ну, смотри, у меня предложение такое, мы сейчас поедим и съездим, я тут загуглил, клиника здесь есть, на УЗИ сгоняем, просто посмотрим, чего там к чему, как бы, вот, а потом, соответственно... Я думаю, что ничего страшного там... Поедем там. Ну, слушай, во-первых, ты не врач, да, ты думаешь, не думаешь, страшно там, не страшно, как бы надо все равно эти вещи, ну, предугадывать. Блин. Нет, ты давай радиус возьми, чувак. Вот. Вот, мы с тобой поедим, а потом, соответственно, мы с тобой съездим туда, сделаем УЗИшку, и все будут спокойны, если все нормально, потому что, ну, такая тема, ты башкой долбанулась, да, может быть, это как-то тоже там отражается, я же не доктор, я же не знаю. Это психоэмоциональное состояние просто, наверное, и все. Слушай, психоэмоциональное состояние – это то, что внутри. А блин, вот этот вот шишак с хреновиной у тебя на голове. Понимаешь, ты же не знаешь, чем тут, и ты же и в руль билась, правильно? Ты же грудью в руль ударила. В это, в стекло в лобовое. Так, а телом-то ты должна была удариться. Это было, знаешь, как в кино просто. Ты не представляешь, такой замедленная съемка, такой летишь, такой... Так, и так, знаешь, так бамс уже в стекле и так назад. А я смотрю, тебя веселит это? Меня, например, ни хрена не веселит эта тема. То есть, может быть, у тебя, конечно, какие-то конвульсии такие в плане, знаешь, типа... Наверное, это реакция на стресс как бы. Защитная, да. Ну, я понятно. Все время, знаешь, когда у меня какой-то наваливается такая фигня какая-то, с которой я ничего не могу поделать. Не, эти вещи, я тебе говорю, по здоровью, они такие. То есть, тебе кажется, что херня, а потом можно, знаешь, там, не знаю, в кому впасть. Понимаешь? Это как бы ну, никому не нужно. Ну и там, соответственно, с ребенком тоже какая-то канитель случится потом. И будем с тобой как два дурака. Слушай, меня, знаешь, дочку-то в Сочи забрали, представляешь, в Сириус. Это, короче говоря, научный центр такой, обучение. Там тысячи человек на место. Представляешь, тысячи, она из тысячи попала. Прикинь, талант. А что это такое? Ну, это, ну, слушай, там лучшие химики, лучшие физики, она вот лучший художник, как бы, с Академии Йогансена. Она, кстати, сейчас президент. Проходите, мы вас не будем давить. Президент Академии Йогансена, у нее тут лидерские качества еще хорошие, представляешь? Ну, вот, ее, как бы, сейчас на обучение, она на целый месяц в Сириусе, там, прикинь. Это все отлично, но меня сейчас беспокоит не твоя, ну, как бы, я рад за твою дочь, но меня беспокоит мой ребенок, поэтому мы сейчас он съездим. Он тоже будет талант обязательно. Ты думаешь? Да. Возможно. У меня же проекты, слушай, концерты намечаются. Еще плюс предложили мюзикл, представляешь, мюзикл, потом кино. Блин, вообще это просто такая перспектива интересная, именно вот в творческой сфере. Я не говорю, о каких деньгах мы можем заработать. Это не важно, в принципе, если этот продукт получится хорошим, это будет популярность. Знаешь, я на самом деле очень сильно рад. Но да. Меня беспокоит тема, что за твою беременность волнуюсь только я. Почему-то, а ты как-то вообще не волнуешься. Мне это очень странно, на самом деле. Поэтому ты как-то, ну, я думаю, что надо приоритеты расставлять. Я понимаю, что ты вся на стрессе, на нервах, но ты это самое. Думай, как бы, ну, а. Слушай, вот смотри, и представь себе, что я как бы женщина такая вот, которая привлекает к себе очень много внимания, да, и у меня, например, есть люди, которые хотят быть со мной рядом, да, и у них очень много денег. Но они очень неуверены во мне, да, что, ну, достойна ли я, да, ну, например. Вот. И вот они иногда, ну, не знаю, как сформировать. Ну, то есть, в принципе, им достаточно один раз, вот, представляешь, есть такое общество. Здесь припаркуюсь, а там поедим сходим. Да. Есть такое общество, в котором люди, как бы, они туда заходят за идею, за доверие, как бы, друг другу. Представляешь? Вот ты заходишь за идею, за доверие. То есть там люди, которые доверяют друг другу. И там спокойно миллиардер, $100,000, который в год зарабатывает, он, увидев тебя в своем обществе, просто сам тебя к себе притягивает вот так вот. Прикинь, такое доверие сильное. Не ты бегаешь за ним, потому что он богатый. Но. Ну вот. А как это доверие можно заслужить, как думаешь?
Ну, так вот в жизни. Вот я не говорю тебе про этот отдельный, например, клуб, который существует. А вот если, например, в жизни вот так вот у тебя самый обычный банальный бизнес, как ты проверишь своего партнера? Ну, по классике обычно создается какая-нибудь ситуация, возможно, да? В которой, ну, либо она сама по себе происходит, либо ее можно искусственно создать, чтобы проверить на вшивость так называемую, правильно? Ну, это нормально, в порядке вещей так многие делают. Либо и подворачивается какая-то ситуация, да, где ты можешь, ну, там, не в чистоплотности, например, уличить. Либо, наоборот, проверить на то, как он будет реагировать на то, если у тебя там какие-то проблемы, трудности или еще что-то, да. Ну, то есть... Как в песне Высоцкого, если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, ну, а так. То есть, чтобы доверять, надо все-таки проверять. Ну, в бизнесе, да, наверное, возможно, да. Ну, как правило, эти ситуации сами набрасываются в жизни, и люди варятся и понимают. Всегда возникают, постоянно будут возникать какие-то трудности. Не бывает жизнь, которая идет просто очень легко и по накатанной. Всегда могут быть какие-то трудности, и в этих трудностях люди как раз проверяются. Ну и в счастье, соответственно, чтобы зависти не было, да, если там человек там удачно женился или заработал больше денег, или, я не знаю, там, выиграл какие-то соревнования, там, да, то есть, ну, ты должен быть не таким, что типа, ах, ты там, блядь, пидорас, как бы, ну. А к чему ты вообще все это? Ты меня вообще... Ты мудрый человек, на самом деле. А, знаешь? Да? Да. Спасибо. Мне нравятся твои рассуждения. И вот то, что ты сейчас сказал, проверка на вшивость, что ты считаешь, что это нормально. Вот. Вот ты знаешь, меня в жизни очень много предавали. И? И я боюсь оказаться рядом с человеком, который меня когда-нибудь предаст. Ну а что, я был замечен за такой канитерию, что ли? Ну, у нас, правда, ситуаций особо таких не было. Ну а вот, что? Ну... Вот, поэтому получилась такая ситуация. Я тебя прошу меня извинить, мне очень нужно было тебя проверить на некоторые качества. Сможешь ты как мужчина себя повести или нет? Что-то я вообще запутался. Ну, в общем... Давай распутывай этот клубок, на то я что-то еще больше. Знаешь, сначала ты в аварию попадаешь, теперь ты с какими-то... Какие-то тесты у тебя там и... Типа я ЕГЭ сдавал, что ли, какое-то? Ну что? Прости меня, пожалуйста. Это была проверка. За что? Проверка на что? Что ты не в аварию не попала? Нет, я попала в аварию. Проверка, что ты мужчина. Я просто... В чем проверка-то заключается? Я хотела проверить тебя. Готов ты взять на себя... Что? Обязательства, как мужик. Вот если я вдруг беременная... Ну, короче говоря, я не беременная. Заебись. Прости меня, пожалуйста. Вот это... Подожди. Нихуя себе. Раскладочка. Заебись. То есть и выслать ее не... Блядь, ну это пиздец. Ну как так-то? А у меня была чуйка, блядь. И писали мне много, да, по этому поводу. И чуйка была у меня, что она, короче, и в аварию она попала. Я с такими чувствами ехал, бля, а теперь такая хуйня. Вот что с ней делать, бля? Успокоилась? Садись, аккуратно. Я кое-что скажу. Успокойся. Да, успокойся. Просто у меня слишком много стресса. Я понимаю, просто, ну, я тебе могу сказать, что, возможно, я тебя как женщину могу понять. Возможно, но сейчас, блядь, вот такие эмоции у меня сейчас самого, коленка уже начнет сейчас это, трястись колени. Так не надо делать, на самом деле, блядь, еще пиздец. Тут авария-то хоть настоящая? Да. И шишак у тебя настоящий, да? Да все настоящее, абсолютно. А зачем так делать-то? Ну ты, понимаешь, ты такими вещами, наоборот, бля, ну ты... Ну а как пиздец. Я рядом буду с человеком строить отношения, который меня пошлет? Вот представляешь, я говорю, я беременна, а он говорит, иди делай аборт, и мне вообще не нужно ничего, это не мой ребенок вообще, даже скажет. А я просто даже рядом с тобой не лежал. Вот зачем мне рядом такой человек? Нет, все, знаешь, что я тебе могу сказать? Нет, я теперь уже, когда ты мне прислала фотку с аварии, я бухнуть хотел, а теперь еще с такими накладками, бля, нет, мне нужно прибухнуть, мы сейчас заедем в другое место, прибухнем тогда,
И может быть, мы как-то что-то на чем-то сойдемся. Потому что пока мне нужно взять паузу, блядь, потому что я не могу так. Такие, блядь, каждый. Вот с тобой, блядь, один геморрой. Вот честно могу тебе сказать. То одна вечеринка, то одна канитель, то другая. Ну так нельзя. Ань, взрослая женщина. Я понимаю, что, может, тебе эмоций в жизни не хватает или еще что-то. У меня их вот так вот. И ты меня стрессуешь так. Это я сейчас тебе еще спокойно говорю. Мне очень хочется тебя, знаешь, как бы, ну. Но не буду. Жень, а что для тебя, вот что изменилось? Ну и слава богу, что нет этого. Да блин, ну что значит за слава богу? Нагрузка-то зачем тебе лишняя сейчас? У тебя вон жена, у тебя двое детей. У меня бывшая жена и двое детей, которые, в принципе, ну, нормально себя чувствуют. И, возможно, да просто это по отношению ко мне даже не все, ну, неправильно так делать. Короче, стоп, все, я без стакана вообще не буду говорить. Все, успокой, я хочу выпить. Все, едем.